Здравствуйте. В эфире программа «Городская среда». В эту среду в молдавской столице прошло сразу несколько значимых для горожан событий. Благодаря усилиям муниципальной комиссии жилищно-коммунального хозяйства и фракции ПСРМ был реализован проект по переработке высокотоксичного левигата в техническую воду. И сегодня эта установка по очистке воды запущена и действует в полную силу. Также в столице прошли публичные слушания по решению проблем бродячих животных. Если заложенную предыдущим руководством города экологическую бомбу в границах города удалось буквально разоружить, то решение проблемы, связанной с растущей популяцией бродячих животных, пока находится в плоскости поиска конкретных шагов. Тем не менее, все это и многое другое показывает. Жизнь в главном городе Молдовы меняется, меняется к лучшему. Вот об этом и поговорим с муниципальными советниками партии социалистов Александром Одинцовым и Никитом Цуркановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, тогда уже я обозначив две темы, начнем также и по порядку двигаться. Вот первая тема – проект по переработке высокотоксичного левигата в техническую воду на свалке, которую мы называем Пурчел. Если можно, краткую предысторию, почему образовался этот полигон, образовался в черте города, каковы решения, к чему это привело, во-первых, и каковы решения, вот, разрешения этих проблем? Я хочу сообщить уважаемым телезрителям, следующая история. Единственная подготовленная нормальная свалка у нас в Республике Молдова, это свалка Цинцерены, которая была открыта в 89 году, объемом на 44 миллиона кубометров. Она сейчас заполнена приблизительно наполовину, действовала она с 90-х годов до 2010 года. В 2010 году в Цинцеренах местное население подняло скандал, и свалка была тогда, благодаря действиям недомерка Киртуаки, он подготовил проект решения, вынес на рассмотрение совета. Совет, к сожалению, проголосовал за размещение новой свалки в бывшем глиняном карьере кирпичного завода, сейчас это Макон, в 2 километрах от заводской. Там было размещено 2 свалки. Одна свалка твердобытовых отходов строительного происхождения, то есть туда весь строительный мусор свозили, деревья и так далее, и так далее. И вторая свалка, вторая гора, сейчас там существуют 2 горы, это на твердобытовые отходы, жизнедеятельность человека, которую мы ежедневно выкидываем на площадке сбора мусора. С 2011 года эта свалка не имеет экологических сертификатов в Пурчел. Если Цинцерена – это специально подготовленная площадка, то есть там более 1,5 метра глины, утрамбованной глины, потом специально непроницаемая пленка, свалка сделана под уклоном для того, чтобы эта жидкость, которая образуется в результате сжатия свалки от твердобытовых отходов, к примеру, там, мы понимаем, что человек состоит на 85% из воды. Вот любые пищевые отходы – это больший процентаж воды, но он естественным образом вступает в реакцию сам с собой, скажем так, это получается такая, грубо говоря, нефть, черного цвета жидкость, чрезвычайно токсичная, которая содержит всю таблицу Менделеева, она чрезвычайно опасна для природы. И вот в Цинцеренах под уклоном эта жидкость специально стекала в определенные емкости, которых было, да, действительно недостаточно, да, был действительно прорыв этой дамбы, когда... я не помню точный год, но огромное количество, то есть чрезмерное количество дождевых осадков было, и дамба прорвала, и в Цинцерена вылилась вот эта жидкость, к сожалению. Я рассматриваю следующим образом эту тематику, когда мы изучали, мы получили мандат канцлера в 2015 году, и мы пришли к выводу, к сожалению, Генеральная прокуратура ЦИНА не занималась изучением этого вопроса, я думаю, что стоило изучить. Была информация, что якобы служба информации и безопасности занималась этим вопросом, однако непонятно, что творится. Суть вопроса в следующем. На мой взгляд, вопрос, почему была прекращена деятельность Цинцерен в 2010 году и почему стали свозить сюда, лежит даже не в том, что протестовали жители. Жителям можно было вопрос решить, как был решен вопрос в прошлом году, когда опять же были возмущения жителей в Цинцеренах. Муниципальный совет выделил почти 40 миллионов леев на строительство объездной дороги Цинцерен, на
строительство водопроводной системы в Цинцаренах, на освещение, также на ряд целых социальных программ, то есть детская площадка, что-то еще, если не ошибаюсь, мы на ремонт, по-моему, детского садика. Точно не помню, но мы целый ряд инфраструктурных проектов в Цинцаренах выполнили. Что некоторые наши жители считают это излишним, но тем не менее для Цинцарен, для удовлетворения нужд жителей Цинцарен, чтобы снизить нагрузку на них, сделали объездная дорога, то есть целый ряд был вопрос решен. Так вот вопрос стоит в следующем. До Цинцарен и обратно, до свалки 37 километров, 37 километров обратно. От заводской до свалки 2 километра, 2 километра обратно. 37 умножаем на 2, у нас получается 74, да? Mm-hmm. Получается. Так вот, экономия топлива значительная, в разы, в десятки разов, то есть ну, мы экономим топливо. А списывались средства, видимо, так, как будто перегоняли. А тариф на вывоз мусора не изменился. То есть куда весь пошел доход? И если мы вспоминаем, то под контролем тогда либеральной фракции и администрации Киртуаки Аутособретати находилась долгое время с предыдущим директором. Я не знаю, но я считаю, что цена должна была тогда провести серьезнейший аудит в этом направлении. И если еще принять во внимание, что учредителем нескольких фирм поставщиков топлива являлся сам даже бывший экс-председатель либеральной партии, та же фирма GetPremium, заправка и так далее, они поставляли топливо и в автобусные парки, в тот же Аутособретати, то это миллионы леев, десятки миллионов леев сэкономленных. И мы не понимаем, не знаем, куда оно пошло. И нам всегда говорят о том, что это предприятие убыточное. Ну, с приходом Сильверадо, который мы считаем незаконно назначенным, тем не менее, на мой взгляд, удачное кадровое решение. То есть они предложили на пост генерального директора Аутособретати господина Ксентьева, это бывший комиссар города, человек с военным такой выправкой. И мы видим, это предприятие стало прибыльным. То есть из убыточного предприятия, ну, за счет того, что знаете, как бывших не бывает, за счет того, что военная дисциплина, военная выправка, он сумел построить преимущественно коллектив из мужиков, то есть из мужской части, сумел выстроить дисциплину, иерархию подчинения, и мы видим, что это работает. Раз, реорганизовал систему предприятия, два, если там было отдельное непонятно, то есть у них даже канцелярии не было с предыдущим руководством, мы это видели. Видим удачную работу этого человека. В Цинцарене это подготовленная площадка со всеми экологическими стандартами и сертификатами. И это единственная площадка, которая сертифицирована в Республике Молдова, которая специально подготовлена для этого. Сейчас она пришла на баланс правительства. То есть из местного подчинения с путем закона о мусорках, о мусорных полигонах, она пришла на баланс правительства. Пурчел. Значит, Пурчел, слава богу, нам удалось возобновить деятельность вывоза мусора. И это огромная работа, которая зачастую жителям города не видна, но была проделана фракцией социалистов, а именно комиссия ЖКХ под руководством Александра Комарова. И нашу работу, скажем так, средства массовой информации не очень оценили, но зато на этом удачно пропиарился бывший премьер-министр Павел Филипп. То есть он тогда, якобы это он решил, на самом деле большую работу провела фракция социалистов. Сейчас свалка Пурчел находится в консервированном состоянии. Мы выделили 1,5 миллиона леев на консервирование ее, то есть сверху свалки Пурчел для того, чтобы жителям Бубуеч, а жители Бубуеч тоже возмущались, когда вывозили на эту свалку, продолжали вывозить мусор. Мы более 80-сантиметровый слой песчано-гравийной смеси утрамбованы, то есть сверху, во всяком случае, запаха нету. Это не гарантия возникновения каких-либо проблем, ну, к примеру, не дай бог воспламенения свалки. Но, тем не менее, запаха зловоний в сторону Бубуеч, я по кадастру специально замерял, от свалки до ближайших домов 700 метров. Вот представьте себе, люди, которые живут в непосредственно близости от свалки, особенно в теплое время, даже не в теплое время, даже зимой, разносятся вот эти кульки, разносятся зловония, жить там просто невозможно. Такой вопрос, а какой объем вот накопившихся отходов уже образовался вот с 2011 года? 1,5 миллиона тонн.
приблизительно, то есть оценка вот специалистов, приблизительно 1,5 миллиона тонн было вывезено на свалку Пурчел. Повторюсь, эта свалка не имеет каких-то экологических авизов, сертификатов, согласований и так далее. И мы сегодня присутствовали на открытии вот станции очистки инфильтрат или левигат, как его называют. То есть, грубо говоря, вот эта масса, которая сжимается, выдавливает эту жидкость. Ну, в зависимости от состава свалки, составы разные бывают, к примеру. Ну, лучший состав, который больше процентаж перерабатывается, это в западных странах, где есть культура сортировки мусора и культура переработки мусора. У нас культуры такой нету. У нас есть контейнеры, которые, к сожалению... Вот есть контейнер отдельно для сборки стекла, пластика, бумаги и твердобытовых отходов, так они все скидываются в одну мусоромашину. Почему? Потому что недостаточно, неэффективно, экономически невыгодно гонять одну машину по сбору того же стекла. Его очень маленький процент, раз. Бумаги, также, как правило, люди либо поджигают, либо сбирают. В итоге принято было такое решение скидывать все в одну машину. При выгрузке, за счет того, что контейнер, то есть есть отдельная часть именно бумаги, либо отдельная часть стекла, вот его уже пытаются сортировать на этой фирме АБС, которой у нас тоже появились вопросы. Потом возник вопрос, мы поднимали вопрос еще в 2016 году, что делать с этим левигатом. На самом деле большая проблема, у нас под городом Кишиневым два больших подземных озера. Один ближе в Скулянке, в сторону Гидигича, один вот в Ботаника. Мы не знаем, что творится с этими подземными озерами, но у нас есть большие опасения, предположения, что они на самом деле испорчены вот этим левигатом. Ученые оценивают объем этого левигата или инфильтрата, по-разному называют, от 2 до 7-8% от объема мусорки. Вот если у нас объем мусорки 1,5 миллиона тонн, то представьте себе, какого количества жидкости куда-то девалось. Куда-то девалось это в подземные воды, куда-то слилось. Необходимо было срочно решать этот вопрос, и мы неоднократно поднимали. Вот было одно из решений муниципального совета, было принято решение выделить денежные средства на строительство вот такой очистной станции. Что происходит? К сожалению, не насосом, вот, машинами привозятся, то есть сделаны емкости прямо впритык к свалке Пурчел, для того, чтобы с этой горы в эти емкости стекала эта жидкость. Машинами привозится и сбрасывается в предварительный бассейн. Оттуда в бассейн естественным путем он стекает в средний бассейн. В первом бассейне весь осадок ил, он естественно оседает. Дальше из среднего бассейна насосом закачивают в очистную станцию путем обратного осмоса. Ну, из людей, кто имеет... фильтра дома, это буквально через мембрану пропускается, через сложную систему очистки, через серную кислоту. У нас есть специальное помещение, где огромная емкость серной кислоты. Более того, химические реактивы, которые используются для очистки, они закупаются в западных странах. Есть поставщик с Украины, но, однако, он не лицензирован. То есть фирма-производитель очистного оборудования, которое мы сейчас было установлено на станции очистки, она не лицензировала поставщика химических реактивов. И для того, чтобы иметь гарантию на очистное оборудование, закупается в западных странах, в том числе серная кислота. Дальше вода через систему очистки, через клапана мембраны обратного осмоса, фактически чистейшая вода, она техническая вода, да, то есть она выпускается в отдельный бассейн, и концентрат, то есть, к примеру, соотношение где-то 70 на 30 или 80 на 20, в зависимости от концентрата, который поступил, то есть именно концентрированная жидкость получается, которую обратно сбрасывают на полигон, она проходит через все это дело, и дальше вот такой круговорот. Мощность... То есть практически эту воду никуда не вывозят, никуда не... Ну, мы задавали вопрос дирекции Альтосаберитати, имеет ли смысл, говорит, оно поступает в незначительных количествах, остатки вот, очищенная техническая вода, использовать ее, к примеру, для полива улиц экономически нецелесообразно. Они высадили вдоль
какие-то станции фильтрации деревьев. Они говорят, мы будем использовать для полива деревьев. То есть так, как минимум. Чтобы станция не так, надеюсь, что деревья вырастут и не будет сильно нагреваться солнце, потому что система кондиционирования тоже потребляет большое количество электроэнергии. Станция, мощная станция очистки 55 кубов в сутки. Вот. 55 кубов у нас не набирается, то есть значительно меньше. И в ближайшее время будет построена такая же станция очистки фильтрата в Цинцеренах мощностью в 3 раза больше, почти 150 кубов в сутки. Ну, Цинцерен — это огромная площадь. И 20 миллионов, если здесь 1,5 миллиона отходов, то там уже 20 миллионов отходов. И будет собрана, построена сначала целая емкость для сбора этого фильтрата. И для сброса технической воды, когда-то было заражено, было озеро в Цинцеренах, оно было загажено, к сожалению, вот этим сбросом, прорывом дамбы, которое было значительно раньше 2011 года, уже подготовили площадку для создания такого технического озера. В качестве демонстрации, что там действительно можно воссоздать озеро. И не знаю насчет живности и каких-то растений, посмотрим. Но, во всяком случае, нам дирекция, экологи говорят, что это техническая вода, которая, в принципе, пригодна для создания вот такого вот озера. Таким образом, будет решен вопрос с подземными водами, то есть эта жидкость не будет попадать в подземные воды. И благодаря вот фракции муниципального совета, это значительно больше вклад именно фракция социалистов решила. Но мы сегодня видим, что исполняющие обязанности. Как раз возник вопрос. Вот я внимательно следил за тем, как происходило, так сказать, открытие этого объекта. И глядя, в общем-то, вот на эту трансляцию, я обратил внимание, там идет пиар исполняющие обязанности и демократов. Хотя, в общем-то, главные герои как раз совершенно иные лица. Тут, вот мне возникает вопрос. Каким образом, ну, почему это происходит, мне понятно, но вот каким образом удается вот так вот перетянуть одеяло на себя, говоря вот бытовым таким вот языком, перетянуть одеяло на себя и повесить себе награду на свою мундиру, в общем-то, абсолютно незаслуженную. Ну, если вот Никита готов, этот вопрос. Ну, мы уже, я неоднократно говорил, что у нас сначала был человек, который играл на дисках в гараже. Была женщина, которая стелила ковры за 2 миллиона лей. Сейчас человек появился, который познал искусство селфи. Мы сегодня видели, он сделал селфи на фоне мусорки. Я считаю, что это главное достижение человека, наверное, за все время его управления при мэрии. Он проснулся и понял, что в какой-то момент или его заставили работать. Я не знаю, стоит ли вообще обращать внимание на человека, который ставит, скажем так, во главу угла тот момент, что он, по его словам, он якобы дал освещение на одну из кишиневских улиц, на Мунчерскую, хотя его заслуги там ровно ноль. Также мы, это тоже по нашему проекту освещение улиц прошло. Сейчас все проекты, которые на сегодняшний день внедряются в муниципе Кишинев, я не побоюсь этого, ну, то есть это на 90% это все благодаря так или иначе усилия фракции социалистов. То есть в тот момент, когда люди остальные не считают нужным советники приходить, скажем так, вообще в примарию и заниматься приемом граждан, у нас прием граждан не прекращается, он у нас идет с понедельника по пятницу, а зачастую на выходные. Там в режиме нон-стоп каждый принимает и в примарии, и в притурах, и в офисах, то есть партии. Мы всегда рядом с гражданами, и люди это видят. А то, что человек поехал и сегодня создали условия просто какие-то тепличные, чтобы человек пришел, его там сопровождали советники, приехали люди с Министерства сельского хозяйства, бывший министр сельского хозяйства там был. У меня сложилось впечатление, что по меньшей мере какой-то космодром открывался. Какое отношение вообще сельское хозяйство имеет к свалке Пурчел, это вообще, ну, то есть надо понять. Видимо, он единственный был, кто в Кишиневе свободен. Ну, наверное, по такому принципу там отбирали. И министр сельского хозяйства и экологии. Ну, то есть, видимо, нужно подчеркнуть, да. Они, мне кажется, вообще большинство из них не понимают, что они здесь открыли. Вот мы, ты, Александр, сказал, мы сегодня были на открытии, мы походили, пообщались с рабочими, спросили, как проходит процесс, поговорили с начальниками там управления, которые так или иначе были уже был упомянут один из дирекций Аутосалубритати, был там директор
управления ЖКХ. То есть был представитель комиссии ЖКХ при мэрии господин Комаров. И какой-то процесс, то есть общение между людьми, которые понимают, что здесь, это, ну, то есть, что здесь вообще в принципе открывает и для чего это нужно, и какие это блага, грубо говоря, ну, то есть возможные блага, которые несут для Кишинева, оно для этих людей понятно, и они обсуждают какие-то технические моменты. Сколько там, опять же, то, что Александр говорил, сколько переработка в день, возможно ли увеличить, а как подать для того, чтобы там ускорить процесс этой фильтрации, а насколько возможно использовать техническую воду. То есть моменты люди находились, скажем так, на открытии, но в стадии каких-то там решений рабочих моментов. Никита, скажи просто, исполняющий обязанности был впервые вообще на свалке Пручил вот сейчас. Ну, наверное, он для этого сделал селфи. То есть да. Увековечил свое нахождение на этой свалке. То есть, ну, мастерство надо всегда улучшать. Да, не, в его случае не пропьешь. Что не скажешь о Киртуаке, да. У меня возникает такой вопрос. Если не ошибаюсь, 1,5 миллиона тонн, да, там складировано, собрано на этой свалке. А что дальше? Будет ли, ну, вот, организовываться какой-то проект или продумываться проект по утилизации этой свалки, консервации, либо вывоза ее, например, в Цинцарену? Муниципальный совет выделил денежные средства. К сожалению, это временное решение. Консервация мусорки заключается следующим образом. Мы выделили денежные средства на определение технической экспертизы, что же делать дальше. Временное решение будет заключаться в следующем. Будут пробурены несколько отверстий для сбора. То есть, когда сливается левигат или инфильтрат, образуется пространство. Ну, в мусорке, в мусорных свалках есть два вида микробов. Это не потому, что такой умный, потому что фракция социалистов работает. Я гуманитарий по образованию, но мы были и в Курске, в командировке, мы изучали опыт наших коллег. И на Московском урбанистическом форуме мы неоднократно общались, в том числе с мэрией Лондона, с другими мэриями, каков же их опыт. Ну, естественно, нам далеко и по финансовой причине, да, такие опыты, как Япония, передовых стран в утилизации мусора, или Германия, Норвегия, которые, ну, практически не остается отходов. Но тем не менее стала понятна система работы. Когда вот есть мусорка, в идеале эту мусорку разобрать, то есть переработать полностью. Остатки сжигают, либо закидывают в биогазовые установки, но также остается 20-30%. То, что было разложено, с ним что-то нужно делать, его нужно куда-то утилизировать, куда-то нужно складировать. Либо делают, как в некоторых странах, вот такие мусорные полигоны, просто накрывают большим слоем глины, также почвой, и засаживают деревья, образуется что-то вроде леса. В некоторых случаях, вот как в России, на мусорном полигоне сделали просто лыжный курорт. То есть там образовалась огромная гора, специально сформировали несколько лыжных трасс, за счет газа, который выделяется из этого мусорного полигона, отапливаются помещения ресторана, которые являются наверху. Ну, у нас получается вот такое вот решение. У нас газ... Запаха нет там? Запаха нет. Ну, газ, он сжигается, там практически не остается запаха. В нашем случае будет следующим образом. Когда высвобождается левигат, он всегда будет находиться за счет того, что осадки. Внутри есть аэробные микробы, есть анаэробные микробы. Вот когда нету, когда полностью законсервировано, работают анаэробные микробы, которые выделяют газ в определенном количестве. У нас плохой состав мусора, скажем так, и газа будет недостаточно. Потому что мы задавали вопрос, ребята, а почему бы не построить на этой свалке, ну, во-первых, недостаточный объем, не построить систему сбора газа, сжигание этого газа, получение дешевой электроэнергии. Эту электроэнергию можно использовать для обогрева теплиц. Ну, к примеру, как было сделано в Риге. У них там из полигона, ну, просто показательно такой вот процесс сделали. Если сначала просто сжигали, получали дешевую электроэнергию, то куда девать тепло? Тепло решили построить муниципальное предприятие по огурцы, помидоры, они там выращивают, по выращиванию огурцов, помидоров, если изначально люди переживали, ну как это, на свалке огурцы, помидоры, ну почва-то для огурцов, помидоров берется не со свалки, но специально торф делается и так далее.
То есть там показательное мероприятие сделали в этом плане. Был большой кредит, естественно, от Европейского Союза. Но у нас газ будет просто сжигаться. Его недостаточно, и состав газа очень плохой. То есть он будет временно сжигаться. Как будет потом решаться, ну, должны решать профессиональные экологи, которые должны предлагать, и специалисты в этой области должны предлагать, сделать свои предложения. То есть свалка будет законсервирована. Газ будет сжигаться, левигат, который будет у нас фильтроваться. Это временно не очень хорошее, может быть, решение. В идеале, конечно, его полностью, ну, 1,5 миллиона тонн вывести или переработать, это очень сложно. Сейчас большой вопрос, что у нас сделать со свалкой Ценцерен, в связи с тем, что договор на свалку был заключен на короткий промежуток, в декабре он заканчивается. Но свалка Ценцерен сейчас находится на балансе правительства. Возникает вопрос отношения муниципия с правительством. То есть кому мы должны будем платить? Сейчас мы уплачиваем определенный тариф на захоронение местному бюджету, в том числе местному в Ценцерене, в том числе и Аненскому району. А так как они пришли на баланс правительства, какой контракт у нас будет с правительством? В идеале такой контракт должен быть и со всеми пригородами муниципия. Потому что сейчас у каждого пригорода непонятно, что творится с мусором. Этот мусор точно тоже должен вывозиться в Ценцерены. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мы в рамках оппозиционной фракции в муниципальном совете, ну, приложили колоссальнейшие усилия и решаем вопрос фактически за действующую администрацию, потому что эти вопросы должны не мы, муниципальные советники. Мы, муниципальные советники, должны приходить, нам предоставляют проекты решения, либо мы какие-то проекты решения инициируем, и мы голосуем за них, либо не голосуем. Но мы фактически выполняем, кроме законодательной части, и исполнительную часть. А почему? А потому что исполнительная часть практически не работает. Многие директора, ну, я небольшой секрет для жителей открою, многие директора муниципальных предприятий, независимо от их политического окраса, они обращаются к в нашу фракцию, говорят, ребят, ну мы должны работать. Вот туда объяснять бесполезно. Там человек пришел, чик, селфи-палкой сделал себе фотографию, дальше ушел, он не вникает в суть проблемы, ему фиолетово, потому что это временщик, и он сам понимает, что он временщик. Его задача себе поднять рейтинг, а не реально работать. Мы же понимаем, да, мы политическая партия, да, нам политический рейтинг тоже необходим, но мы понимаем, мы живем в этом городе, и нам необходимо настроить работу муниципальных предприятий должным образом, а не просто вот как там Алтасоберетате должно сделать. Мы заслушали Алтасоберетате, предприятие, которое занимается вывозом и утилизацией мусора. Так мы на основании заслушивания, мы вышли с пресс-конференции, у нас появились определенные выводы. И, ребята, мы как минимум на поверхности лежат несколько проектов решения. Мы с этим проектом решения выступим в ближайшее время на заседании муниципального совета. В этот четверг, вот завтра, мы будем заслушивать муниципальное предприятие «Автобусный парк». И у нас большие претензии к автобусному парку есть, большие вопросы к автобусному парку. А не так, как решил исполняющий обязанности Кадряну, давайте объединим троллейбусный парк и автобусный парк. Их можно объединить. А почему ты так решил? С какого перепугу ты так вот решил, что нужно так делать? Какие у тебя есть аргументы, у тебя есть какие-то доводы, сколько ты сэкономишь при объединении двух парков? Мы не против, мы не за и не против объединения. Мы хотим провести серьезные слушания, мы получить хотим аргументы. Изучить, да, получить аргументы, стоит или не стоит. В некоторых случаях действительно стоит объединить управление в одно большое управление транспорта, ну, грубо говоря, вот автобусный и троллейбусный парк. С другой стороны, это два специфических парка. Мы предлагали, и в партии социалистов в предвыборный период 2015 года, когда мы претендовали на муниципальный совет, и население города нам доверило 19 мандатов, мы предлагали следующим образом, ну, к примеру, как решить вопрос с маршрутками. Вот 157 маршрут недавно писали, высадили девочку, и она несколько километров шла. Так мы предлагали следующим, ребята, должно быть частное государственное партнерство. Либо на базе автобусного парка мы можем создать службу макси-такси, которая будет подвозить людей к маршрутам автобусов и к маршрутам троллейбусов. В тех районах, где размещение автобусов и троллейбусов невозможно, либо очень затруднительно. Это может осуществлять вот эти вот такси. Ну, несложно предположить, что поддержки можете не получить у своих вот коллег. Надо радикально решать вопрос, бизнес, а да. Не просто селфиться. Да. Никита, я знаю, что тема общественного транспорта и вам близка. Мы неоднократно встречались в этой студии, и вы говорили о том, сколько предложений инициировано фракцией для улучшения работы общественного транспорта. Вот ваше видение,
завтрашние слушания принесут много новых вопросов или наоборот, может быть, родятся какие-то решения? Честно, если хотите услышать мнение мое, я думаю, что оно породит еще больше вопросов по многим аспектам. Я вообще, то есть это мое личное мнение, я сторонник создания единой, то, что вот Александр сказал, единой службы транспорта, грубо говоря, единого управления, что не подразумевает под собой объединение парков. То есть, если мы берем пример больших городов, столиц, если мы, например, там, не знаю, посмотрим на ту же Москву, там есть троллейбусы, там есть автобусы, там есть метро, там есть трамваи, то есть куча всего. Но эти все управления, они работают как бы вместе, в единой, создают симбиоз работы служб, но в тот же момент они работают каждый по своей специфике. Ну, как вы не захотите, не может человек, который работает слесарем условно и чинит трамваи, он не может пойти и завтра начать чинить автобусы, потому что механизм сам, в принципе, как это все устроено, оно устроено по-разному. То, что предлагает этот товарищ, который делает заявление, а потом думает в лучшем случае, а в обычных случаях я не думаю, что происходит думает? Процесс осмысления того, что он сказал, это на самом деле приведет к очень большим проблемам, потому что при объединении автобусного и троллейбусного парка мы все знаем, во-первых, в каком сейчас состоянии автобусный парк. При учете того, что у нас сейчас появились новые автобусы, по которым тоже есть огромное количество вопросов, я думаю, компетентные органы, которые занимаются аудитами, проверкой и антикоррупционными историями, вот прям должны позадавать вопросы, как прошли тендеры, как, собственно, эти автобусы закупились. Это другое, ну, то есть это в стороне. Автобусы есть на сегодняшний день, это факт. Люди пользуются этими автобусами, они ездят, автобусы выглядят новыми. Они исполняют свои функции, они перевозят людей. Это главное. Пропали автобусы-призраки, вот эти икарусы, которым лет в два раза больше, чем мне, наверное, которые перевозили, наверное, еще, я не знаю, там первых генсеков Советского Союза. Но проблема-то осталась. Автобусный парк сейчас находится в убыточном состоянии. То есть они, ну, опять же, ни для кого не секрет, любой общественный транспорт любого города, это убыточное предприятие, так или иначе, дотационное. Потому что не может, собственно, без поддержки города, в городе, простите за тавтологию, функционирует общественный транспорт. Это такое правило. Там есть, по-моему, максимальное количество, насколько работает, это на 80%, по-моему, окупаемость составляет предприятие, которое осуществляет поездки. Это, по-моему, в Германии есть такая. Или, да, в Германии. Не об этом. Сейчас при объединении это, во-первых, будет лет на, я думаю, на 4 года точно начнется проблема с кадрами в этом управлении, потому что те люди, которые сейчас, их, во-первых, очень мало, мягко говоря, людей, которые обслуживают автобусы в автобусном парке. С автобусами надо что делать? Надо парк расширять. Если троллейбусный парк находится плюс-минус в нормальном состоянии, имею в виду с точки зрения единиц транспорта, там на 80, они отчитывали, что последний отчет был на 85% троллейбусный парк обновлен, то с автобусным парком ситуация не прям такая хорошая. Абсолютно согласен с Александром. Когда мы шли в 2015 году на местные выборы, у нас было предложение касаемо маршруток. Их сейчас в разы стало меньше. По понятным причинам, потому что добавились линии автобусы, троллейбусы. Я не устану повторять, что в городах люди должны привыкать к тому, что они должны ходить. Ну, то есть передвигаться по городу. Не может быть ситуация, что ты выходишь из своего подъезда, и подъезжает к тебе там маршрутка, и тебя довозят до твоего офиса. Это неправильно с точки зрения урбанистики, потому что город должен быть для пешеходов, а не для транспорта. Транспорт должен тебе упрощать передвижение по городу. Это сейчас, на мой взгляд, троллейбусы плюс-минус этой задачей вместе с автобусами справляются. С маршрутками решение должно быть простым. То, что Александр сказал, у нас есть большое количество пригородов в Кишиневе. И маршруткам невыгодно. В этом большая проблема. Они не хотят ездить в пригороды, потому что это с точки зрения их бизнеса неокупаемая история. Нет такого пассажиропотока большого. Тем более при условии того, что сейчас были запущены новые линии. Опять же, большинство из этих новых маршрутов были составлены по запросам и переданы в РТЭК, в управление транспортно-троллейбусное,
нашими советниками и опиарились на них кто угодно во время предвыборной кампании. Там один троллейбус бедный, там был, простите за сленг, заюзан раз шесть, наверное. Шесть разных человек сфотографировались в том троллейбусе бедном, который начал ходить дурлешки. Да. Но, опять же, на мой взгляд, не стоит сейчас особо обращать внимание на маршрутки. Они сейчас сами по себе уходят по нисходящей, потому что пассажиропоток и людей, которые в какой-то момент, опять же, сами маршрутчики виноваты, что так произошло. Что люди, когда они начали бастовать, когда люди там, если помните, это какой-то 2011 или 2012 год, или может быть даже позже, когда в какой-то момент маршрутчики перестали просто ходить, и они там решили бастовать, чтобы подняли тариф. Люди отреагировали на это и начали пересели на другой вид транспорта. И на самом деле сегодня гораздо проще добраться в любую практически точку города из использования троллейбуса или автобуса. Но тут нужно двигаться вперед. Нам нужно, опять же, не забывать там про электронный билет, прости господи, потому что это уже столько длится лет и не сдвигается, потому что никто не хочет уходить можно от кэша. Да? В некоторых странах уже 30 лет назад. Я бы хотел сказать насчет электронного билета. Очень плохо, когда у администрации города, ну, что у недомэра Киртак, он до мэра так и не дорос за 10 лет, что у Сильвия Раду, что сейчас у нынешнего селфи-человека, как его стали называть, нет системного мышления. Ну, вот смотрите, все начинается с комплексной транспортной схемы. Вот. Для того, чтобы определить, куда какой маршрут, нужно понимать, то есть, как понять, куда какой автобус, маршрутка или троллейбус и так далее. Да. Необходимо сделать исследование. Когда мы говорим, говорит, ребята, ну используйте, вот у нас есть несколько операторов GSM, то есть мобильной связи. Да. Как минимум можно получить концентрацию сигналов и там каждые 10 минут, каждые 15 минут, это несложно сделать, и наложить их на карту для того, чтобы понимать, как передвигается население. Когда, если бы мы ввели электронный билет, то было бы понятно, и с методом математического моделирования можно было понять, кто где сел, кто где вышел. И тогда понятно к моделированию транспортных потоков, куда человек едет, куда выходит, куда заходит. Понятно, куда нужно дать дополнительный автобус, либо маршрут, куда нужно просто дать маршрутку. Нет, Саша, неправильно говоришь. Лучше сделать, как сделали сейчас, взять и ребренднуть, простите опять за иностранное слово, билетики бумажные, сделать им новый дизайн. Ну, простите меня за выражение, это идиотизм. Вы понимаете, еще раз, мы находимся в 2019... Не, ну кто-то думал, кто-то над этим. Нет, есть люди, идиотом, которые разрабатывали, да, понимаете, мы находимся в 2019 году. И у нас проходит редизайн бумажных билетов. Вы вообще, понимаете, насколько это... Их не в синий цвет покрасили? Они, я тебе расскажу, я все знаю. Есть три цвета. Зеленый, красный и синий. Это цвета троллейбусных парков. Вот так они отличаются. Да, а сейчас они их ребренднут и сделают что-то новое. Они потратят опять кучу денег на то, чтобы создать дизайн. Они потратят кучу денег на то, чтобы поменять, собственно, эту печать. И вот на эти вот бумаги, которая даже, она просто там, если руки липкие, она рвется. То есть вы предлагаете для горожан, это они ввели сначала вот это вот чудесное действие с этими QR-кодами. Вот опять же, 19-й год у нас ездит в основном по городу на троллейбусах, в основной своей массе передвигаются студенты и пенсионеры. Вот где QR-код? И где в этот момент пенсионер? Я задавал очень простой вопрос. Если товарищ с селфи-палкой хочет узнать о проблемах, как он выражается, в троллейбусах, нет проблем, друг, сядь и как мы недельку покатайся на троллейбусе. Я готов сопровождать тебя от кузовода примерно до Примарии. И дай бог, чтобы он выжил на этом маршруте, потому что там такая иногда толкучка, что ты едешь, ты благодаришь Господа Бога, когда открываются двери, что ты вдыхаешь воздух просто. Представляешь, что пассажиры могут сделать с его селфи-палкой? Боюсь, не будем ругаться в эфире, да? Что с тем будет сделано? Ясно. Ну, здесь все понятно. Много вопросов. И, к сожалению, мы живем еще в 19-м году, но иной раз спрашиваешь, 21-й ли это век? Потому что... Не, ну селфи есть, значит... Значит, все-таки 21-й, да. Но ведь смотрите, это просто застой.
Мы видим, да, красивые автобусы появились. И я хочу сказать, что если хочешь проехать с комфортом, ты садишься именно в автобус, потому что пока еще немногие поняли, насколько это комфортно, чем, например, прижимать часть своего тела к какому-то там окну в маршрутке, потому что другого места не нашлось. Зимой тепло. Переполнено. Зимой тепло, да. Вот. Ну, в таком случае хочу предупредить, что очень опасно ездить в маршрутках сейчас, потому что, мне кажется, полиция не справляется с тем наплывом криминального элемента с Украины, да, который сейчас, в общем-то, захлестнул нашу столицу. И это, я считаю, своим долгом предупредить зрителей об этом. Будьте бдительны. Ну вот еще одна тема. Времени осталось не так много, но тема связана с сегодняшними публичными слушаниями, которые вот вы провели, Никита. Да. Тема растущей популяции бродячих животных. Как же все-таки подступиться к практическому решению? Ведь смотрите, если в этом случае, который мы так обсуждали с этой свалкой Пурчел, уже удается что-то увидеть, хотя бы где-то временное решение, где-то постоянное, то вот с бродячими животными, мне кажется, если они зрителями были бы и понимали, что происходит на этих публичных слушаниях, то многие бы из этих вот бродячих собак и кошек радовались за свое беспечное будущее, потому что им пока ничего не грозит. Ну тут бродячие животные, оно звучит как будто там животные ромы. Я ни в коей мере не хочу никого обидеть. Я это просто так. Это не бродячие, скорее лучше употреблять, наверное, бездомные животные. Так будет просто корректнее. Я вообще не специалист в этой области. Я сразу хочу отметить, не претендую на экспертную оценку того, что происходит. Для этого есть специалисты. Просто в какой-то момент я посчитал своим долгом включиться в эту историю, потому что, ну, уже, правда, некуда и нечего больше еще сделать. Просто надо взять и попробовать решить хотя бы по шагам, расписать, что будет происходить дальше, каким образом мы сможем это решать. У нас есть определенного рода проблемы. Я там так на короткой ноге смогу их быстро перечислить. На мой взгляд, самая важная проблема, почему бродячие собаки, ну, то есть про кошек сейчас не говорим, именно про, как бы выразились, бродячих или бездомных собак мы говорим, это сами люди. В этом проблема. Люди, не перестану повторять, люди, которые берут себе, скажем так, охранника или защитника на свои дачные участки на теплый период года и потом бросают свою эту собаку и уезжают, потому что собака со своими функциями справилась, в принципе, она там найдет где пожить. Это, как мягко говоря, неправильно, я просто не могу выражаться, нас смотрят, я уверен, и дети. Но очень часто вот нормальные слова заканчиваются, потому что ты разговариваешь с людьми, которые, ну, как вообще в нормальном обществе можно, в принципе, издеваться над животными. Неважно, сейчас я не говорю о том, что там животное агрессивное, не агрессивное. Вы разумные люди. Вы априори сильнее, чем это, если вы взрослый человек, даже если вы подросток, априори сильнее, чем это животное. Для чего берете в руки палку и начинаете ее мутузить? Вот просто вопрос, для чего? И, на мой взгляд, надо вводить штрафы для людей, которые этих животных выбрасывают обратно на улицу. Другого слова просто не найти. Это первая проблема. Вторая проблема, у нас нет, скажем так, консолидированного общественного гражданского органа, который единогласно может какую-то выдвигать позицию. Даже сегодня на слушаниях у нас были представители, то есть какие-то там, я не побоюсь этого слова, группировки людей, которые отстаивали, одни там тянули одеяло на себя, говорили, что нужно сделать раз, два, три. Вторые говорили, нет, это все неправильно, у нас есть свои решения. Четвертые отмалчивались и в конце просто там бомбанули. А пятый занимается политикой. И, в принципе, расценивает эту всю историю как какой-то политический пиар. Набрать себе политический вес. Да, то есть это странная история. За всю историю сегодняшних, скажем так, слушаний, они, слава богу, шли 4,5 часа почти. Ни разу я лично не упомянул, там, какой партии я принадлежу, какие там ценности, что благодарите только нас за то, что мы включаемся в проблемы, что мы там предлагаем какие-то проекты решений, что мы там пытаемся каким-то образом отставить вас регламент. Для меня показательный момент, он очень один и он очень простой. Сегодня я встретил как минимум 5 муниципальных советников с разных фракций. Почему-то на слушаниях были только представители фракции социалистов. Я ничего не утверждаю, люди, быть может, заняты. Всем пришло приглашение. Оно пришло от вице-примара, от господина Грозава. Представители Притур пришли, нашли время. Представители Аутосалубритати пришли, нашли время. Центр стерилизации в лице директора тоже нашел время. Люди, которые отвечают за экономический отдел примарии управления, нашли время.
Только муниципальные советники от других фракций, к сожалению, большому время, очень занятые люди, не могли найти время. О чем мы тогда говорим, если и нас еще обвиняют в том, что мы ничего не делаем? Так, уважаемые друзья, если мы ничего не делаем, как вы выражаетесь, нет проблем. Мы умываем руки, передаем вопрос на решение. Если вы говорите о том, что селфи-мен решит вашу проблему, конечно, он решит. Он на публичных слушаниях предыдущих вышел и сказал, я запрещаю с сегодняшнего дня отлов собак. И вышел из кабинета. И сидят представители Аутус Лабритати и не понимают, что делать, потому что они по закону обязаны реагировать на петиции граждан. Они не могут не отлавливать собак. Потому что если поступила какая заявка из полиции о том, что поэтому по адресу Н там, покусали животное, покусало ребенка, они обязаны эту собаку выловить, потому что она как, ну, то есть, по их критериям агрессивная. Исполняющий обязанности, двух концов, на самом деле. Исполняющий обязанности кабинет большой? Не знаю, не хожу туда. Да, но сколько собак там поместилось? Ну, одна точно. Кабинет большой, да, кстати. Может быть, это в качестве совета, вот, допустим, кому-то дать, если отлавливаете, вот есть место. Нет, кроме шуток, на самом деле, это проблема людей. Я не говорю сейчас, абсолютно не говорю о том, что вот некоторые сегодня выражались, надо сделать город без Кишинев, город без собак. Это неправильный подход. Нельзя делать город без собак. Это неправильно, потому что мы вроде цивилизованное общество. По крайней мере, мы говорим, что мы цивилизованное общество. Некоторые говорят, что мы европейская столица и так далее. Я такие клише вешать я не буду. Я говорю о том, что есть огромный опыт разных стран о том, где собаки мирно сосуществуют с жителями. Просто надо вопросом начать заниматься. Это тяжелый вопрос. Это непростой вопрос абсолютно. Надо работать, что самое важное. Не молоть языком, приходить на слушание и только говорить и ничего не делать. Здесь надо работать. И нужна работа полноценная. Здесь нужна работа как гражданских активистов, так и общественных организаций, Аутус Лабритати, Центр стерилизации, муниципальных советников и исполнительного мэра, прости господи. Ясно. Никита, спасибо большое. И спасибо вам, Александр. Времени совсем не осталось. Я что хочу предложить со своей стороны. Давайте мы эту тему поднимем в один из ближайших эфир городской среды с участием, ну, хотя бы части людей, искренне заинтересованных в решении этой проблемы. Не попиариться, а, ну, в качестве... Я даже готов людей выделить... общественных. Да, выделить стул для исполняющей обязанности, но там положим селфи-палку. Этого будет достаточно. Станислав, я хочу сказать напоследок, буквально одну минуту. Ну, во-первых, Никита не хотел говорить, а я хочу сказать, что именно благодаря фракции социалистов во многом начала сдвигаться и эта проблема. Открыт питомник. Да, он открыт в плохом месте, он открыт в некрополе. Однако в начале 2016 году и в 2015 году, я хочу напомнить, жителям собак тупо травили лекарствами от туберкулеза, и собаки умирали в диких муках. И мы через матом чуть не подрались с бывшим вице-примаром Котец, который потом арестовали. И ходили в кабинет Киртуаки, через тоже матом ругались на эту тему, сказали, если еще раз такое повторится, мы тебе всех дохлых собак тебе в кабинет принесем. И так оно случилось возле примариса, вы помните, раскладывали собак. На что он просто сделал? Он говорит, он перестал их травить, но стала другая проблема. В этом году, в прошлом году, в среднем в год кусают приблизительно 1500 детей и жителей города. И этот вопрос надо решать. Ну вот питомник сделан, сейчас мы дальше решим эту проблему. И эта проблема не решена во многом, да, из-за администрации, но и во многом из-за того, что зоозащитники, они настолько разобщены. В 2016 году, к примеру, посольство Великобритании готово было за собственный счет стерилизовать всех собак. Закончилось тем, что зоозащитники стали делить пирог этот. А давайте мы будем заниматься этим, а давайте кто-то другой. А давайте регламент предложил один, который сейчас занимается политикой. Да, ВОЗ остался там. Да, ВОЗ остался там фактически из-за этого. Но спасибо. Мы прилагаем к этому силы. Спасибо. Времени, к сожалению, не осталось. Я думаю, что так же интересно, как и я, и наши зрители провели это время и много интересного узнали для себя. Будем продолжать интересоваться тем, что происходит в муниципе на уровне совета, исполнительной власти, и выносить это на общее, так сказать, на общее осмотрение наших телезрителей. Для того, чтобы было понятно, кто есть кто и кто реально что-то делает для города, а кто, в общем-то, пиарится. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Александр Одинцов и Никита Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.